Москов-Палач будет доступен. Реворкнули базовый облик Белерика. Но это я проверю скорее уже только после ее выхода. А выйдет она, изменили облик как самой карты, так и лесных монстров. Мур, привет, друг, это Зверько. Недавно вышло видео, как контрить Валира. И началось в комментариях мракобесие. Ты опоздал, Валир больше не в мете. Во-первых, поскольку мы пользуемся определениями из Доты, то и объясню определением оттуда, проверенным долгим гуглением. Мета – это популярный выбор как героя, так и тактики, которые приводят к победе. Грубо говоря, мета – это мода и, скорее всего, результативная. У многих зрителей МЛББ ассоциация «мета равно имба» появилась благодаря блогерам, которые, чтобы заманить зрителя, используют это слово не впопад. Так вот, Валир – метовый герой, потому что он все еще сильный маг с массовым контролем, а главное – им легко играть. Это не Фанни какая-нибудь. Думаю, короткого объяснения хватит. Кому надо – поймет, кому не надо – и слушать не будет. Итак, Москов-Палач будет доступен с 12 ноября за 599 алмазов, скидка в первую неделю. Ну а пока, суть до дела, представлю спонсора, без них сейчас никуда. Это, конечно, 1xbet. В этом надежном букмекере быстрые выплаты и большие выигрыши. Киберспорт присутствует среди других спортивных рубрик. А еще, при регистрации и первом депозите ты можешь получить бонусом до 6500 рублей по моему промокоду. Ссылка и промокод будут в закрепленном комментарии. Изменение героев. Реворкнули базовый облик Белерика. Если присмотреться, на его плече видно хоббитов. Ха, шучу, конечно, но старый облик мне нравился больше. Первый навык. Когда одна и та же цель поражается несколькими лозами или лозами, урон лозой снижается. То есть, если через героя проходит несколько лоз, то первая бьет в полную силу, остальные все слабже. Вот какой смысл этого нерфа? Расстояние ульты теперь лучше видно. Ван-Ван. Убивая противника ультой, Ван-Ван получает экстра скорость атаки на короткое время. Вроде и мелочь, но бустанет как урон, так и подвижность в массовом бою. Пассивка. Уменьшили урон при разрушении метки. Раньше снимала 2,5% от максимального хп противника, теперь 2%. Но увеличили бонус, когда все метки сняты. Раньше прибавлялось 25% к урону, теперь будет плюс 30% к урону. Убрали крохотный отхил при уроне ослабленного противника. Первый навык. Уменьшили перезарядку на 2 секунды для всех уровней. Второй навык. Увеличили КД на 2 секунды. Написано, что теперь убирает эффекты передвижения. Возможно, убрали снятие оглушения, но это я проверю скорее уже только после ее выхода. А выйдет она 26 ноября, скорее всего. Сильвана. Первый навык. Теперь Сильвана, даже не попадая по противнику, получает ускорение бега. Это офигенно. Второй навык. Увеличили базовый щит с 340 до 450. Магический бонус увеличили с 50 до 100%. Увеличили магический бонус каждой атаки с 20 до 35%. Немного увеличили КД на начальных уровнях навыка. Ульта. Уменьшили время контроля до 3,5 секунды, но добавили замедление в 40% для тех, кто попал в зону ульты на 1,5 секунды. Добавили перезарядку. Было 40-30 секунд, а будет 45-40 секунд.
Но если отменишь зарядку ульты, то 70% КД к тебе вернется. Убавили стоимость в мане. Фаша. Привет, 4 скилла. Первый навык. Теперь и автоатака подрывает метку, оглушая противника, что очень удобно. Второй навык. Уменьшили базовый урон на 100 для всех уровней. Ульта. Убрали экстра урон с последнего выстрела. Для птички прикрутили отдельный, повышающийся с уровнем урон с замедлением, а превращение в птицу теперь четвертым навыком. Вот такой общий нерф еще не вышедшей фаши. Мне больше всего жаль постоянной формы птицы. Маша. Ульта. Теперь применение будет отжирать не 50% действующей полоски, а только 30%. Валир. Первый навык. Урон фаербола увеличен на 20 для всех уровней. Урон поджога увеличен на 10 для всех уровней. Кае. Ульта. Перезарядка 60 секунд на всех уровнях, а было 60 на первом уровне и 50 на третьем. Горд. Ульта. Базовый урон увеличен на 40 на третьем уровне, но магический бонус теперь не 60, а 50%. Кадита. Ульта. Уменьшили штраф урона по одной и той же цели. Значит, должен вырасти урон в цель, которая в эпицентре ульты. Точных цифр не дают. Гассен. Первый навык. Уменьшили силу замедления от попадания с 10% до 6%. Изменили облик как самой карты, так и лесных монстров. Гораздо круче, на мой взгляд, чем какие-то парящие в воздухе камни. На этом первая часть заканчивается, потому что мне нужно будет уехать. И я могу не успеть показать все. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить вторую часть про изменение леса и навыков. Жму лапку и удачи, друг!
яд, подак ушел, мертвая дверь.